В органном зале звучит не классическая музыка. Вместо скрипок и органа солируют дрели, перфораторы и другие инструменты. Строители демонтируют старое оборудование, которое отслужило свой срок. Впервые в органном зале будет проходить капитальный ремонт систем отопления. Вот эти трубы, батареи, которые отслужили более 40 лет, будут заменены на новые, потому что пластинчатые радиаторы очень сильно забились и практически не грели в холодное время года. Трубы заржавели, многие участки не грели. Вода плохо проходила, были течи в подвальных помещениях, даже затопление было. Трубы будут современные, полипропиленовые, а радиаторы будут биметаллические с регуляторами, то есть каждый радиатор индивидуально можно подкрутить, сколько надо по температуре. Также будет заменен индивидуальный тепловой пункт. Работы выполнены на 90%. Остался монтаж автоматики. Умное оборудование начнет реагировать на погоду за окном и выставлять оптимальную температуру внутри помещения. Это контроллер погодного регулирования. Как раз устанавливается температура отопления, то есть чем холоднее на улице, тем теплее в помещениях. И, соответственно, наоборот. Если на улице тепло, он снижает температуру, то есть приводит к экономии, к стабильному подаче отопления и контроль теплообменников. Кроме обновления систем отопления, радиаторов также проведут ремонт сетей холодного водоснабжения и канализации. Это называется канализационная система. Это служащая для того, чтобы для откачки в случае затопления, скажем так, подтопления. Сейчас я обеспечиваю доступ к данной системе для ее замены. Планируется, что все ремонтные работы завершат до конца августа. А в следующем году обновление дождется система горячего водоснабжения. Эльмира Гайнудинова, Ленар Султанов, новости Челны ТВ.